В эфире программа о компьютерных играх «Мегадром». Вас, как всегда, ждут обзоры самых новых и интересных игр, анонсы наиболее привлекательных и нестандартных хитов ближайшего будущего. Все лучшее, что достойно эфира. Не отходите от экранов. Одной из лучших игр прошлого года был потрясающий военный боевик Call of Duty. Он и по сей день остается одним из лидеров жанра. Только теперь мы будем учитывать еще и продолжение. United Offensive. Это не Call of Duty 2. Мало того, авторы скромно именуют свое творение Expansion Pack, то есть набор дополнительных миссий. Однако, по большому счету, United Offensive не только не уступает, а по многим компонентам даже превосходит оригинал. Разработчики из Grey Matter, на счету которых возвращение в замок Wolfenstein, справедливо решили, что не стоит делать что-то кардинально новое, главное усилить акцент на самых удачных моментах игры. Это, безусловно, кинематографичность происходящего и невероятная динамика событий. Скажу сразу, им это блестяще удалось. Ждут три небольшие кампании. Первая за американцев предлагает несколько энергичных заданий по штурму и обороне. Вы сразу оказываетесь в гуще событий и в центре боевых действий. Несколько менее интересны миссии за англичан, когда вам с группой командос предстоит уничтожить береговую артиллерию. Жемчужиной продолжения, равно как и оригинала, вновь стала кампания за Красную Армию. Если в прошлый раз это был Сталинград, то теперь вас ждет эпическая Курская битва, одно из крупнейших сражений Второй мировой. Реализовано потрясающе. Кругом взрывы, беспорядочная стрельба и крики раненых. Динамика невероятная. Вы даже не успеете посмотреть, что делается вокруг. Надо бежать, надо успевать. Удержать точку, уничтожить танк, выжить под ураганным огнем. Думать некогда, промедление смерти подобно. Продолжение получилось заметно сложнее оригинала. В большинстве миссий вам придется десятки раз сохраняться, потому как понять все сразу просто нереально. Повышенная сложность несколько компенсирует не очень богатую продолжительность игры. Впрочем, авторы честно говорят, что это набор дополнительных миссий, поэтому придираться к этому нет смысла. Получилось идеальное продолжение. Яркое, эффектное и динамичное. Оно проходится на одном дыхании и не успевает надоесть. Мегахит.
игру «Операция Silent Storm» я совершенно справедливо отобрал для итоговой программы по результатам 2004 года. Без всяких сомнений, это одна из лучших пошаговых стратегий последнего времени и, возможно, самая популярная и успешная российская разработка. На очереди аддон к ней под названием «Sentinels. Часовые». Часовые на свободе! Впрочем, сразу могу сказать, что игра заслуживает гораздо большего, чем обычный аддон. Несмотря на то, что движок здесь прежний, изменений достаточно много, чтобы заинтересовать любителей оригинала, а 16 полноценных миссий придают продолжению серьезный вес. Замечу, что часовые не требуют от вас наличия первой части на винте. Это приятный факт. По сюжету, после войны бывшие противники объединились, чтобы противостоять возродившейся организации «Молот Тора». Теперь ваша группа сама по себе, без государственной поддержки, поэтому появились денежные отношения. Любое оружие можно купить и продать, нет ничего бесплатного. Занятно, хотя и не очень сбалансировано. Появилась целая куча разнообразного нового оружия, общим числом 17 единиц. Причем теперь оно имеет параметр типа «изношенность». Таким образом, старый автомат запросто может заклинить в самый ответственный момент. В общем и целом, подобное нововведение несколько усложняют и без того непростое прохождение. Разумеется, все, кто прошел Silent Storm, почувствуют себя как дома. Все знакомо, все понятно. По-прежнему радует интереснейшая система повреждений и реакция тел на попадание. В результате некоторые уровни после боя выглядят так, словно побывали в мясорубке. Очень хорошее, солидное продолжение. Качественные, основательные карты. Интересные, хотя и не принципиальные изменения игрового процесса. Занимательная сюжетная линия делают часовых обязательным приобретением для всех, кто с удовольствием прошел оригинал. Мегахит! Этой игры. Разработчики зарабатывали на жизнь многочисленными аддонами, а настоящее продолжение первого правильного военного шутера появилось только сейчас. Это Medal of Honor Pacific Assault. Тихоокеанское вторжение. Начинается игра в райском местечке под названием Пёрл-Харбор. Зеленые лужайки, пальмы, ласковое море. Именно здесь мечтали нести службу все американские моряки. Никто не знал, что в результате сокрушительного нападения японской авиации Пёрл-Харбор в считанные секунды превратится в пылающий ад.
Согласитесь, потрясающе. Именно эти миссии впечатляют больше всех прочих. Кажется, что вы оказываетесь в самом центре событий. Настолько эффектные местные батальные сцены. Понятно, что авторы ориентировались на исторический фильм Майкла Бэя, в результате чего достигли высочайшего уровня кинематографичности происходящего. Далее будут свои эффектные моменты, но в целом накал и энергетика игры несколько снижаются. После ошеломительного побоища в Пёрл-Харборе однообразные бои в джунглях кажутся даже несколько утомительными, а аркадные вставки повторяются. Авторы сознательно пошли на уменьшение скриптовых сцен за счет улучшения качества искусственного интеллекта, но это не везде работает. Дополнение к боевику Call of Duty в этом плане смотрится выигрышнее. Могу заметить, что Pacific Assault требователен к системным ресурсам. При максимальных настройках игра легко вгонит в ступор даже самый навороченный компьютер. С другой стороны, жертвовать качеством не хочется, ибо визуальная сторона проекта — его главный козырь. В ключевых сценах происходит столько событий, что за всем даже не уследишь. Без сомнений, это технически самый совершенный шутер о Второй мировой войне. Игра представляет немыслимые ранее картины яростных сражений, чрезвычайно эффектные и детальные пейзажи. Жаль только, что разработчики не сумели удержать заданный в начале невероятный ритм и динамику событий. Не могу сказать, что разочарован, но хотелось бы большего. Такое впечатление, что Вторая мировая война стала главной темой для разработчиков компьютерных игр разных жанров. Например, любители стратегий только-только прошли хит в тылу врага, и для них уже готов очередной подарок. Именно подарок. Сразу могу сказать, что игра получилась чрезвычайно качественная, интересная и объемная. Вас ждет более 30 миссий за Германию, Советский Союз и союзников. От оккупации Франции и Польши до Сталинграда и Берлина. Игра впечатляет своим разнообразием. Дело в том, что ее события отражают практически всю войну, и каждое задание представляет собой новое место действия. Кроме того, миссии серьезно отличаются по содержанию. От масштабных, типа взятия города, до локальных, типа защиты конвоя. Стоит признать, что у разработчиков хватило фантазии на все 30 миссий. Редкий случай в современной практике. Совершенно правильно, что здесь нет никакого строительства баз. Перед началом каждой миссии вы собственноручно выбираете себе юниты из числа предложенных, максимум 25 штук. Это могут быть пехотинцы, танки и артиллерийские орудия. Разумеется, совершенно разных типов и характеристик. Все зависит от вашего престижа, то есть от очков опыта, заработанных на поле боя. Кстати, что касается характеристик юнитов, здесь все вполне реалистично. Разная техника имеет разную толщину брони, разный боезапас, а снаряды летят по всем законам баллистики. Трехмерные объекты разрушаются, а вражеские танки и бронемашины можно захватить. И это еще не все. Интересных возможностей в игре хватает. Еще одна сильная сторона – впечатляющий баланс. Если, к примеру, набирать одних мощных танков, то вы скоро обнаружите, что они далеко не панацея и придется переигрывать заново. Сила в комбинации всех типов юнитов, в их удачном и грамотном сочетании. И
разумеется, нельзя не упомянуть о графике. Игра выглядит просто потрясающе. Реалистичная анимация юнитов и детальные модели заслуживают самых добрых слов. Это однозначно одна из самых красивых игр жанра. Мегахит! В последнее время появилось много качественных и интересных проектов на тему Второй мировой войны. Конкуренция в жанре высока как никогда. Однако стратегии «в тылу врага» не только удалось привлечь к себе внимание, игра вспыхнула словно сверхновая звезда, получив восторженные оценки критиков и геймеров всего мира. Вы сможете пройти 4 кампании. За Советский Союз, англичан, американцев и немцев. Стандартный набор последнего времени. Миссии в каждой кампании связаны общим сюжетом, однако он скорее схематичный, чем принципиальный. На самом деле это тактическая стратегия, больше всего похожая на смесь из Commandos, Blitzkrieg и Close Combat. Часть заданий действительно похожа на Commandos, однако в тылу врага представляет значительно больше возможностей. Так, в одной из миссий вы будете штурмом брать захваченную врагом деревню, используя танки и бронемашины, а в другой играть за одного спецназовца, поначалу вооруженного одним ножом. Именно в разнообразии и кроется одна из важных составных частей успеха данного проекта. Впрочем, самые яркие бриллианты в короне игры — это графика и физическая модель. Великолепная и чрезвычайно подробная местность выполнена в честном 3D. Это уже само по себе впечатляет, но когда вы обнаруживаете, что абсолютно все здесь интерактивно, то удивлению не будет пределов. Все здания разрушаемы, все можно уничтожить. Поле битвы выглядит действительно как поле битвы. Мало того, авторы постарались сделать максимально реалистичную физическую модель. Все имеет вес, инерцию и запас прочности. Например, выстрел из тяжелого танка запросто подбросит в воздух и перевернет легкий броневик, а пулеметная очередь перебьет гусеницу тому же танку. В результате здесь очень много микроменеджмента. Практически после каждой стычки приходится брать время на ремонт боевой техники. А ведь ее еще нужно заправить и пополнять боекомплект. Фаны реализма будут в полном восторге. Будут в восторге и любители умных, серьезных игр. Каждая миссия здесь крайне непроста. Враги всегда берут числом. Ваша сила в умении использовать преимущества местности. По сути, это пазл, который нужно сначала решить, а потом безукоризненно выполнить. Причем вариантов решений много. Здесь нет линейности и жестких рамок. Где-то можно рискнуть идти напролом, где-то имеет смысл действовать скрытно. Все зависит от ваших тактических решений. Великолепная игра, фантастическая графика, высокий уровень реализма и физики, интереснейший игровой процесс и грамотный баланс. Вот самые сильные стороны в тылу врага. Безусловно, игра требует немалых системных и умственных ресурсов, но оно того стоит. Уверен, перед нами один из серьезнейших претендентов на звание одной из лучших игр года. Мегахит! В заключение напоминаю вам, что анонсы самых свежих выпусков программы вы найдете на сайте Megadrom.ru, который теперь базируется на игровом портале Пурга. Именно там вы сможете обсудить все интересующие вас вопросы и связаться с авторами программы. Ну а на сегодня все. Удачи!